Всем привет! Вот решила наконец-то отснять видео со своим отчетиком ВСП «Зимнее настроение». Так как я начала вышивать 16 октября, потому что заканчивала своих кошечек, которых вы уже видели. Вот теперь я вышиваю вот такого мишку. С журнала вышиваю крестиком. Схему я отсняла, вот такая здесь схема глянцевая, очень крупная. Я ее, конечно, отсняла на такие вот листы А4. И здесь все черкаю, вышиваю по этой схеме, потому что, чтобы не портить там схемку. Вот такой мишка. Мишку я вышиваю гамовскими нитками, потому что у нас здесь не купишь других ниток. ДМС уже поздно было заказывать. Я рассказывала историю о том, что вообще собиралась, конечно, не этого медведя вышивать. Но так получилось. Так сложилось, значит, так и должно быть, что вышиваю этого мишку. Вот. Поэтому нитки гамма на равномерке я вышиваю. Сейчас покажу вам, что у меня тут получилось. Вот эта мишка. Вот такой. Сейчас свет направлю, девочки. Хоть и свет у нас тут, и солнце светит, но вот такой мишка. Вот столько я уже отшила. Я очень долго думала, как мне начинать вообще вышивать на равномерке, потому что это мой первый опыт. Я очень боялась, думаю, все, я сейчас собьюсь, потому что я вообще не расчленеивала ее. Думаю, обсчитаюсь, ничего у меня не выйдет, ничего не получится. Вот. И тут вот, кстати, пришлось видео Марины Марининой, в котором она тоже боялась вышивать на льне и решила сделать там рамочку. И благодаря этой рамочке она как бы начала вышивать. И я думаю, блин, какая красота. У меня вообще не надо вышивать рамочку. У меня есть окно. Я, значит, беру, вышиваю вот это окошечко. И уже отсюда пошла вот так красота мишечку вышивать. Вот, может быть, вам не видно, конечно, четко. Не могу четко вам снять крестики. Вот такой мишка. Получается, видите, очень красивый, такое впечатление, что вот несмотря на то, что нитки гамма, что он меховой получается, да, не знаю, но мне так кажется, что он такой меховой, посмотрите, такой прям шапочка такая, ну красивый вообще получается мишка, очень интересный. Вот столько я уже отшила, девочки, правда, я 2 или 3 дня вообще не вышивала. Это вот сегодня у нас какое число? Я точно не помню уже, какое у нас сегодня число. Ну, я дома сижу, вообще числа не помню. Не запоминаю, какие числа. На равномерке, девочки, конечно, мне очень понравилось вышивать. Прям такая красота. Ну, иголочка в маслице входит, выходит. Знаете, я сразу вспомнила мультик вот этот про Винни-Пуха, где он подарил ослику... то есть этому, да, ишаку подарил горшочек, а поросенок подарил шарик лопнувший. И вот он сидит же такой, а шарик входит и выходит, входит и выходит. Так вот и у меня иголочка входит и выходит. Ну, красота, девочки, вообще. Кто не вышивал на равномерочке, попробуйте. Ну, очень классно вообще. Все так мягенько, все вообще. Я думала, буду там, не смогу считать в глаз, сразу наметывается, ничего не, вы не ошибетесь нигде. Моментально все уже прям считается, само на автомате все считается, девочки. В общем, очень классно вышивать на равномерке. Очень мне понравилось. Теперь еще вот дошью этого мишку, буду пробовать на льне вышивать. Очень красиво. Посмотрите, какой Миша. Миша замечательный. Девочки, вот я себе, смотрите, сделала какую игольницу для, специально для зимнего проекта. Сидела, вышивала, кстати, кировскими ниточками. Схему нигде не брала. Вот просто села и вот все, что в голове было, вот так наобум лазера все это вышивала. Кировскими нитками. Вот смотрите, что получается. Очень красиво. Вот такой видеоотчетик. Ну все. Все, что хотела сказать, рассказала. Все. Всем пока-пока.